Так. Правда Арстоцкий, декабрь 13-1982 года. Арстоцкая приняла разоблачителя из Антегрии. Соседи могут рассердиться. Блин. Я никого не принимала, от меня отъебитесь. 13 декабря 1982 года, сука! Инспектор, начата специальная программа по приему политических беженцев. Претендующие на убежище должны иметь при себе действительную справку о праве на убежище. Въезжающие по такой справке не обязаны предоставить ни разрешение на въезд, ни описание внешних данных. Слава Арстоцке! Героям слава! Таким героям, как я, блядь. Я герой Арстотина. Я, блядь... мечом, блин, пизжу, блядь, всех этих, блядь. Блядь, я елки-палки, мечом режу, блядь, всех иностранцев. Фу, блядь. А, блин, пистолетом я расстреливаю всех всех наших земляков, блин, которые пропихивают всякое говно, блядь, на нашей улице. Этому миру нужен нормальный, этому миру нужен порядок, блядь, суровый, правильный, нахрен. Этому миру нужен герой, блядь. Это чё за говно, блядь, а? Вот только-только заметил, блядь. Хорошо, что заметил, блядь. Что это за хуйта, блядь, а? Ты меня пытаешься с этого говна наебать, блядь? Не понимаю. И мне похуй, что не понимаешь, блядь. Иди в пень, блядь. Сейчас мы тебя заберем куда надо, блядь, и впихнем кое-что. Тебе, блядь, по самой гланды нахер. Сука. Да, я пиздец, у меня горит. Так, политическое убежище. О, нахуй. Понеслась, блядь. Еще политические беженцы приперлись, блядь. Так, это один, это два. Я хуй его знаю так. Евангелина Тройер. Так, второго имени нету. Найду второе имя, иди пизда. Так. Родилась такого-такого, все правильно. Так, из Антегрии. Так. Все совпадает. На всякий случай еще, блядь. Сан-Мармеро, блядь, просмотрим нахер. Действительно, да? Ох, блядь, ты ёб... Баный в рот, ты бы еще, блядь, помедленнее бы допиралась бы сюда. Сука. Спасибо, надеюсь, здесь дела обстоят получше. Конечно, получше, блядь. Я настолько злая собака, блядь, то что хуй кого пропускаю, блядь. Ой, блядь. Здесь работать, блядь. Сколько? 6 месяцев. Поздравляю, блядь, но ты просрала момент, блядь, приезда. Не получилось приехать раньше. Мне по... Блядь. Мне по... Ебать. Мать твою. Следующий, блядь. Здрасте, нахер. Красную печать. Чего? Поставьте мне красную печать. Я серьезно. Мне в упоре предложили работу получить красную печать, а сам раза. Слышь, ты не охуел, блядь? Я тебе сейчас специально зеленую впихну. Так. Вот сука, а, не хочет работать в нашей Арстоцке, блядь. Хотя с другой стороны, блядь, иди в пень, блядь. Мне похуй, короче, блядь. Не нужны такие, блядь, иностранцы. 10 баксов, заебись, блядь. Пшёл нахуй. Чё там, блядь, без разрешён. Совещаем без штрафа, ну и заебись. Цель поездки, блядь. Родственники, гости, блядь, на 2 месяца, заебись. 5 утра. Прическа каре, блядь, это прическа каре, блин, ко всем видам причесок, что ли, относится, что ли, или что за хуйня, блин? Кто это там? Республика, Бостан, да. Бля, это мужик или баба, блядь? Отсюда, блядь, как тут, блядь, пиздец. Да, давайте, пропускайте, нахуй. Здрасте.
Блять, который раз я вообще готов? Ну, меня послушайте. Время очень мало, даже въехать сегодня, а вернуть через 3 дня совсем бумагами. Чтобы не знаю, свою чеможенственную реликвия. Электронная, блядь. Я оставлю их в салон, я вернусь, чтобы их забрать. И это тоже возьмите. Это все за зеленую печать. Чувак, спасибо, конечно, но, блядь, я настолько злая собака, что пиздец, блядь. Давай мне, блядь, свое это разрешение, блядь. Я бы это уже сказал. А, блядь. Иди в пень. Иди в пень, блядь. Сука. Иди нахуй в пень. На, блядь. На, блядь. И скотина арстоцкая, блядь. Хуй, блядь, бестолковый, блин. Вас таких долбоебов, блядь, я миллион повидал тут, я как я смотрю. Транзит, блядь, на 1 год. Сука, блядь, какой на 1 год, если у тебя, блядь, другое указано? Ё, я еще на Луну улечу, нахуй. Кто-нибудь дайте мне огнетушитель, блядь, у меня пиздец горит жопа. Бородка, блядь, козлиная, нахер. Импор, хайхан, блядь. Хуйхан, нахер. Где-нибудь ты разыскиваешься? Нет, блядь. Ладно, проходи, блядь. Блядь. 5 баксов на халяву хотя бы заработал, блядь. Просто спиздил, долбоёба, блядь. Работа. Чего? О, пиздец. Нормально, блядь. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Вашу сестру арестовали, ее дочери негде жить. Пиздец, блядь. В смысле, нахуй? Слышь? Алло! Бля, где номер сеструхи, блин? Почему сестру арестовали? Алло, слышь, за что, блядь? Что случилось с моей сестрой? За что ее арестовали-то? Только не говорите, что ее, блядь, подозревают, блин, в акте, блядь, я не знаю, терроризма. Да хуй там, блин. Ну, пиздец, а. Ладно, приютить племя. Вот для такого я, блядь, бабки собирал. Сука. Правда, Стоцкий, 14 декабря 1962 года. Антикрианский разоблачитель прибыл и исчез. Нихуя себе! Дерзкая мотоциклетная атака в Криштине. Экстремисты наглеют. Криштин влечет их как магнит. Да, я тут сижу, вот и поэтому, походу. Декабрь 14-го 1982-го. Пиздец, страшный рожи, блядь. Здорово. Так пук стрельбы больше, чем на войне. Да не пизди, блядь. Я в Кричи 5 лет воевал, блин. Если ты думаешь, что в Варсовске плохо, ты в Кричи не был. Там 10 раз хуже. Можешь понять, что они сюда ломятся. В общем, ты отлично справишься, так и продолжай. Вообще-то ты должен, блядь, так хорошо справляться, а не я, блядь. Ебануться, блядь. Это тоже еще долбоёб, нахер. Пару недель. Ладно, допустим, нахер. Так, ты сказал в гости, да? Алекса резко, блядь. Да. Так, колечко, Юрка. Так, же, все, совпадает. Разыскивают, не разыскивают. Все, пошла нахер отсюда теперь. Следующий, сука.
Так, ваши документы, блядь. Что это такое? Что, блядь? Погоди, может это... Блядь, нет, нету связи. Слышь, блядь, что это за рожа у тебя нахер? Старое фото. Ах, нихуя себе старое фото, блядь. Так, в гости пара недель. Ладно, допустим, это... Сука, блядь, всё-таки... Я просто всё, готов нахер взлететь нахер. Как эти оба урода, блядь, не подходят друг другу, а? Херею просто. Проходи, блядь. Привет, снова я. Помнишь меня? Арстигр вперед. Я дал тебе этот классный этап. И чё? Слушай, я всё сказал своим тренерам, он очень расстроился. Сказал, что если я не верну вымпел, то автобусе на персии больше не езжу. И чё, блядь? Ну, блядь, бери нахуй! Меня не ебёт нахуй. Слышь, у тебя рожи вообще разные, блядь, на фотках, блин. Это вообще нормально, законно, блядь? Фордесто, блядь. Потерял нахер возможность нахер на переднем сиденье сидеть, блядь. Ага, сейчас, блядь, если вот там такие долбоёбы, как ты, блядь, я, блядь, точно туда приеду, нахер. Алтан. Блядь, ну пиздец рожа, я хуя. Лыбится такая, блядь, еще, ёпта твою мать. Так, блядь. О, вы. Дорогуша ты моя. Что у него, блядь? Может быть. Иди нахер. Следующий, бля, пиздец, пельмень приперся нахер. Это ты? Нет, нахуй. Так, просто в гости, блядь. А, пару недель, не больше. Ладно. Только уверен, что... в гости, блядь. А, блядь, транзита. А, да, быстро отнекиваются, суки, а. Лишний вес, блядь. Меня не ебёт то, что у него там лишний вес, нахер. Антегрия, блядь. Сан-Мармеро. Ну все нахер, блин. В розыске ее нету, блядь. Иди, блядь. Нихуя себе! Ты, блядь... Не понял нахер, блядь. Вот это поворот, блядь. Вылез, блядь, если у тюрячки нахер нас. Слышь, если сейчас у тебя еще там какие-то наркотики, я, блядь, тебе всеку нахуй. Отсюда, блядь, всеку. Ну ты пиздюк, блядь, конченый. Ты, блядь, издеваешься. Тут прямо тайна, это точно. Бля, лицо к сканеру. Может, тут секса много? Да, седого секса, блядь. Покажи-ка сейчас, что у тебя там в жопе, блядь, запихано. Сука, покажи, блядь. Ну ты вообще хуел, блядь, а? Хочешь еще раз в тюрячку, блядь? Хочешь, ёпта, хули ты бы... Если бы не хотел, ты бы эту хуйню не таскал, блядь. Еще наркотики? Хорошие, сразу видно, да, стоят? А, блядь, иди в пень, блядь, а. Да, блядь, у него хороший день будет, нахуй. И второй раз он тебя слушать будет, блядь. Долбоёбы из Арбистана, блядь. Я хуею просто, блядь. О, бля, у него жопа горит, блядь. Сука. Транзит, пара недель, блядь. Капец, блядь. Пиздуй во второй, повторно пиздуй нахер. Наркоша, опа-на, блядь.
чеченец нахер, что у тебя там с проблемой? Проблема с именами нахер? А, имя недавно изменилось, блять, ну давай проверим нахуй. Ну-ка, блять, ну-ка покажите мне. Ну, шайтан хренов, давай, блять. Ладно, Азим Юсин, Юсен, Ясен, блять, хуй с тобой, блять. Да, так, вот, Азим Ясен. Ладно, хорошо, допустим, сука, ебаная. Бля, у меня горит, нахуй, шингл там. Так, есть. Так. Борода есть у него при жизни, блядь, она есть. 179, совпадает, совпадает, сука, это совпадает. Это розыски есть, розыски нет. Так, ладно, проходи, блядь, чеченец хренов. Блять, я не могу, сука. Герой Арстоцкий, блин. Я, блядь, защищаю ее свой. Я Арстоцкую защищаю своей жопой, нахуй. Транзит на пару недель. Ладно, допустим. Числися в розыске. Нет. Опа, она. А это что за она? Не знаю, что сказать. Я знаю. Давай, блядь. В тюрьму, нахуй. Будешь там с этим как раз от Коставой пиздеть, блядь. Потому что почему бы и нет. Так. В гости. Ладно, допустим. Еще. Останусь на пару недель. Ладно. Давай, блядь, погнали. Синакова Наташа. Наташа, блядь. Наташка моя любименькая. Ай, Наташа, Наташа, на-на-на-на-на-на-на-на-на, блядь. Импорт, Цункейд, блядь, я хуй его знаю, так, Цункейду, да, в импоре, блядь. Так, все правильно, походу, да-да-да-да, все, пошла, пошла, давай. Добро пожаловать в Арстоцку, пиздуйте. А, уважаемая моя гражданочка, пиздец пельмень приперся. Так, и что с тобой нахер? Транзит, допустим. Я уже вижу, как ты будет, как у тебя тут все просрочено, блядь. Сразу, блядь. Сука! Не успел еще кого-нибудь, а, блядь, пшел нахуй. Прибывайте завтра, блядь, в 6 часов утра. Слава Арстоцке. Ах, ну вот племянница. Ваша племянница привезла с собой сбережения своей матери. Нихуя себе. О, блядь. Ну чё, переезжаем? Я не знаю, я вроде могу держать на плаву семью. Ну, 115, я ебал бы, на чё там такого, блядь, будет, что я, то, что у меня 115 баксов, блядь, не хватит нахер. И бы на, я не знаю, 55 каждый раз бы на. Так, ну, допустим, жилье, продукты. 25 плюс 25, 50. Плюс 10, 60. Сейчас еще жилье, 65. Сука, это значит, получается, я 13-рых должен обсматривать, это уж точно. А, блядь, а дальше по-любому там что-то хуёвое еще прикрется. Ёб твою мать, а. Эй, хуй с ним, давай, погнали. Ой, декабрь 15-1982 года. Новая вспышка полиомиелита в ОФ. Отдельный случай или все серьезнее? 15 декабря 1982 года. Опа, что там за красный хуй? Вы занимаете важный пост и наделены широким полномочием. Безукоризненно соблюдайте все правила, инспектор. Да-да-да-да. Бля, это что, Джорджи, что ли? Прикол, блядь. Он уже два раза в тюрьме был, блядь. Его еще раз упрятаем. На этот раз надолго, походу. Кость, да, допустим. Вот, ага. Ладно, чекаем сразу, блин. Так, хорошо. Волосы прямые. Так, вес есть. Так, все есть. Так, Шинглтон есть. М, сука ебаная, блять, а. Давай лицом к сканеру, сука. Я бы тебя так вот, так бы общупал, но лучше лицом к сканеру, нахер.
Давай, блядь. Ебануться, доски гнутся, блядь, это фотошоп, нахуй, я ебал, блядь. А, блядь, я хуею, это как вообще такое можно, блядь? Бабская рожа на башке, блядь, и мужское тело снизу, блядь. Ваши документы, пошел нахуй, блядь. Все, просмотрел, блядь, стрелять на поражение, блядь. Да, буду стрелять. По твоей жопе, блядь, я сейчас выстрелю нахер. На поражение, блядь. Блять, у меня горит. Так, транзит. На сколько? Блять, мне уже похуй, блять. Не успел, тот не съел. Все, пошел нахер. Вопрос. За пропущен, за того, кого я пропустил, считается, или за вообще за правильно принятых людей? Октовалис. Так, по-моему, есть, но я все равно проверю. Так. Октовались. Да, есть, блядь. Так. Опа, она охулит. Охулит вот эта херня. Походу тебя еще, блядь, вот так, блядь. Чтоб наверняка вообще. Так, ох, сейчас, блядь, есть там контрабанда, а. Вот ты, сука, контрабас хренов. Ой, блядь. Все, пизда тебе, друг мой. Что? Хуй через плечо. Так, ваши документы. Так, работяга. Ага, допустим, на сколько? 1 год. Тимофей Чутов, блин. Нормальная погоняла, базара нет. Так, это хорошо. Усы. Усы есть, блядь. 181. Да нихера, он там ниже, по-моему, блядь. Импор, да, Хайхан есть там в импоре. Я знаю, я жопу чую. Так что давай, пиздуй, блядь. Здравствуйте, ваши документы, блядь. На поиску. Работа, блядь. Это не она? Нет, на 6 месяцев работа. Так, ладно, все остальное. Остальное сойдет. Так, волосы длинные, блядь. Ну где вы видите длинные волосы? Я хуею с вас. Так. Арпистан сказал, же, давай, блядь, же, нахер, шонушка моя. Ой, блядь. Здоров. Погоди, блядь, кости. На 30 дней, это хорошо, конечно, блядь, а хули у тебя фотка другая? Пластическая операция, давай, блядь, тогда хуярь свои пальцы здесь. Это годится. Сейчас посмотрим. Да, сука, тебе повезло, что годится, блядь. Ой, МБ. Так. Ну, суки, лоб сосед. Сан Мармеро. Так. Сойдет, ёлки-палки. На удивление, все нормально у него. Бля, что это за хрен? Так, работяга какой-то. Допустим, на сколько? На год. Блять, я охуел просто-напросто. Хуя мне устраивать воду. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Блять, с такими успехами я себе, петь, блядь, просру. 10 баксов просрал, сука. Гандоны, бля. 16 декабря 1982 года. Выдержит ли стена? Безопасность границы под вопросом. Ну, блядь. Я тут за 10-рых стреляю, отстреливаюсь, блядь.
16 декабря 1982. Инспектор, недавние события заставляют подозревать, что граждане Арстоцкий, проживающие в районе Алтан, вовлечены в незаконную деятельность. Министерство информации просит нас о сотрудничестве. На вашем рабочем месте был установлен специальный ящик для изъятия документов. Понятно. В инструкцию была внесена информация, касающаяся изъятия документов, конфискуйте паспорта всех граждан Арстоцки, проживающих в районе Алтан. Личную карту тоже изъять или просто или только паспорт? Если паспорт изъять, но никакие правила не нарушены, въезд может быть разрешен. Да ладно, блядь. Будут выпущены справки об изъятии паспорта, на которые будет ставиться печать об отказе или разрешении на въезд при отсутствии паспорта. Нормально, блядь. О, блядь, это что, 100% Джорджи. Пиздец тебе, Джорджи, короче. Так, давайте, вот сейчас сразу же жители Арстоцки, Алтан, нахуй, да? Да, блядь. Ой, ты сука! Так, блядь, посмотрим остальное нахер. Ладно, давай. Тебе, да, можешь пройти. Спасибо, так хочется. Сколько времени паспорт конфискован? Что вы хотите сказать? Блядь, не уйдешь так мне хуй, так мне по барабану, блядь. Сука, только задерживает мне, блядь. Ты имеешь право на свободу передвижения, имеешь право на свободу заткнуться нахуй. Ща тебе, блядь, на нахуй, прикладом поебало, блядь. Ой, блядь. Давайте, еще кто-нибудь, граждане Алтана, приходите, блядь. Ой. Опа-на, вот дура, блядь, еще одна приперлась. Внешние данные где, блядь? Не было... Так и не будет. Как и не будет у тебя, блядь, прохода в Арстоцку, блядь. Пока не заимеешь. Дура. Здравствуйте. Так, допустим. В гости. На сколько? На пару недель. Хорошо. Давайте проверять, блядь. Все ли у вас тут все правильно, нахер? Если нет, тогда вам хана, блядь, просто. Усы есть. Вес есть. Высота есть. Отегрия, блядь. Самармеро, блядь, есть. ММ. Так. В списках нет. Так все, пиздуй. А, блядь, на, нахер. Не понял, что это за конфиска. Изымать паспорта Астоцкого жителя Алтана против паспорта. Блядь, ну что ты хочешь еще, нахер? Отъебись. Мне пух на вас там всех нахер. Проблемы какие-то есть, обращайтесь к моим начальникам, блин. Они вас примут. Так, в гости. На пару недель, хорошо. Ой, бля. Так, просроченный? Нет. Просроченный? Нет. Очки? Нет. Почему нет? Внешность изменилась, нахуй. А ты не пиздишь? Давай проверим. Ты шайтан не пиздит. Ай, блядь. Абдристан нахер. Мергерус. М. Есть все. Ладно, хуй с тобой, блядь. На, пиздуй. Ох, и, блядь, еще один чеченец. Откуда ты? О, из Алтана. Здрасте. Ай, блядь, 18-85. Так, все понятно с тобой. Проходи, дорогой. Где он паспорт? Пиздец. Потому что. Покачину. Нравятся такие вот ответы в старых нулевых стиле. Ой, транзит, красава. 2 дня. Молодец, давай. Погнали, мы сейчас тебя проверять будем по всем параметрам, нахер. Печать есть, непросрочная, ирокез есть, есть. 177, 177.
Колечко, видор, так, в списках есть? Нет. ММ. Аватарка, аватарка, заебись. Все, пошел нахуй. Бля. Бля. В третий раз, блять, а? Если надолго, у меня все точно в порядке. Я точно не в списке преступников, все такое. Конечно, блядь, ты конечно, у тебя все правильно, нахуй, базаришь, блядь, базаришь, ёбаный в рот. Ты вообще указал, блин, с какой целью ты приперся сюда, ёлки-палки, а? Слышь, дорогой, а ты-то, блядь, оказывается-то в списке, ебать, чё делать будешь? А тебе не должно нравиться наркотики продавать, дебил. Полюбас, он еще раз вылезет оттуда, блядь. И уж три раза стопорнули, блядь, им похуй, блядь. Так. Ну, блядь, просто все совпадает, елки-палки. Так, 63, 63, 161, 161. Родилась так-сяк. Так-сяк, номер, арбистан, блядь, имя, блядь, активно, сука, так, в арбистане Мергерус есть, просрочен, нет, значит, все, пиздуй, блядь, тогда, блядь. Так, минус наш любимый Жорж, по имени, блядь, балбес, ёлки-палки. Продавщик наркоты, блядь. Ой, в гости на пару месяцев. Хорошо, блядь. Давай проездим. По всем твоим, блядь, параметрам. Я бы тебя еще по другим параметрам проездил, но, блядь, не получится. Для этого ты должна, блядь, в перевесе быть. Же, так, числится, не числится. Все, проходи, блядь. Сотъебитесь. Ваши документы. Начинайте друзей. Так, положи визита. Один месяц. Заебись. Давай нахер. Так, все верно. Так, просрочен. Нет, каре. Так, 175, 75. Колечко, видор. Просрочен. Нет. Блять. Да ёб твою мать, блять. Ох, эти кнопки, блять. Что там? Поддельное разрешение на въезд. Да и пизду ее, блядь. Затрахал уже, блядь. Транзитом на 2 дня. Хорошо. А, блядь. А, сука, ебаная, блядь. Как все они затрахали. Все пытаются наебать, а. Нельзя, блядь, чтобы не наебать. А вот ты, сука, вот тоже хочешь меня наебать, да? Обычный такой вопрос, блядь. Так, Антегрия Глориан, блядь. Давай, ты баба или мужик? Баба, блядь. И указано нахер то, что ты мужик. Ты вообще хуел, блядь. Не знаю, что сказать, я зато знаю, блядь. Слышь, народ, быстрее заберите ее, чтобы, блядь, еще кто-то успел. Блядь. Ну, блядь, по 5 бы тратится, нахуй, еле-еле успел, получается, хотя бы держаться на нынешней позиции, нахуй с ним, блядь. Правда, Арстоцкий, 17 декабря 1982 года, ОФ грозит полномасштабная эпидемия, нихуя себе. Полиомиелит возвращается и готов мстить. На. 17 декабря 1982 года. Пиздец. У нас прирост больных, что ли, будет?
Здоров, как? Да, неплохо. О каком? Да ладно. Неужто? Нет, охуенно. И чё? Я, да? Ой, блядь, мать ваша. Ладно, допустим. Кстати, я, блин, эту девку этого шефа пропихнул где-нибудь, я не помню. Ох, бля, тут придет такой разъяренный, блядь. А что с Министерством въезда, официальный бюллетень спектр граждане Объединенной Федерации могут являться распространителями инфекционного заболевания. Отказывайте всем, прибывающим из Объединенной Федерации. Продолжайте изымать паспорта граждан Астоцких, проживающих в районе Алтан. Так, в правилах у нас есть. Въезд из ОФ запрещен, блять. Вот сейчас прикиньте, первый будет из ОФ, нахер. Я жопой чую, смотри. О, блядь, ОФ, нахуй. Я беру, блядь, въезд ОФ запрещен. Пошел в пизду. Все, нахер. Волостовскую. У меня идеально здоровье, это, конечно, запретить въезд. Это просто документ забираем. А мне поебать. Нихуй мне тут инфекцию распространят в моем городе, блядь. Я буду жить здесь со своим мужем. Что это за картина на стене? Это моя собака лучше. Ну ты сука, а! Я ебал, блядь. Пусть мне там Да, блядь. С твоей стороны выход справа. Пизда гребаная. Хуй с него. Без штрафов, блядь. Мне похуй, блядь. Кого хочу, того и, блядь, нахуй посылаю, блядь. Сука, а? Иностранец хуев. Фу, блядь. Оскорбляет рисунок моего сына, блядь. Я вообще сейчас работать не хочу, сука. С этой Блядь, я даже не знаю, как выразиться. Так, чтобы его обосрать по максимуму, блядь, а? Гандон штопанный, блядь. Это женщина там была, кстати. Блядь. Сука, прошмандовка, гребана, пельмени жрала, сволочь, блядь. Еще один пошел, блядь. ОФ приперся еще там. Чё? Ты жжешь сильнее огня, весь мир для тебя. Сердце терзаешь, пленя, ты снова ты, раздай мне визу. Ты снова, иди в пизду, нихуя не разрешу я тебе, блядь. Видишь, ты из ОФ. У вас в ОФ эпидемия, так что пошли вы нахуй, блядь. Еще меня заразите, блядь. Такую милую записку. Блядь. Чего написал? Ты жжешь сильнее огня, весь мир для тебя. Сердце терзаешь пленя. Дай мне визу, бля. Надо было прописать, нахуй, дебил. Хоть поржал я бы немного, блядь. Ох, в гости на пару недель. Давай, блядь. Ай, не пропорю. Так, ладно, все, заебись. О, а это просрана, блядь. Дорогой мой. Не получилось? Так и в следующий раз получится. В следующий, блядь. Не, ну я это сохраню, конечно, да. Ваш, блядь, что за рожа, блядь. Цель твоей поездки, транзит. Продолжительность визита. Две недели, на. Жизнь дерьмо. Меня никто не любит. Да, пойди самоубейся тогда, я хуй его знаю. Я тебя любить не буду, если ты на это намекаешь. Ну у тебя по роже посмотрю, блядь, не кажется то, что тебя никто не любит, блядь. Жизнерадостная такая, блядь. Очень спасибо. На здоровье, блядь. Следующий. Ебать, Пушкин приперся. Алтан, о, дорогой. Слышу, у тебя тут такая дилемма, короче. Нахуй, пошел твой паспорт. Что за спорт, у тебя паспорт? Пизде, иди. По качану, просто иди.
Спасибо. Всем гражданам района Алтан спасибо за понимание. Так. Я тебе очень представитель, как там Дмитрий. Говорят, тебе он главный на этом пункте. Да, это местечко для него. Че, блядь, это та пизда, которую я про... Сука, я республика арбиста. Опа, да, тип, вижу такой арстоцкий, нет. А я эту пизду... Блядь, ты единственная Сука, просто уёбывай, нахуй, уеби, блядь. Вот тебе все, блядь. И не стой, нахуй, долго, блядь. Коза хуева, блядь. Минус 5. О, за эту пизду. Дмитрий, ты мне 5 долларов должен, блядь. За эту суку, блядь. Блядь, а ты еще, блин, я сейчас взлечу, нахуй. Я взлечу, блядь. Не было? Так и не будет, блядь. А он еще из ОЭ... Еще из ОЭФ была эта дура. Транзит. 1 год. А хули тогда ты на... Блядь, у тебя кое-что другое тут указано. Блядь, вы меня заебёте все нахуй. Просто все, блядь. Нашлась всё-таки прошмандовка с дипломатическим статусом, которая всё-таки прошла через мой блокпост, блядь. 179. Да, блядь. Абдристан, блин. Лорд, блядь. Лорндас. Да, Лорндас. Просроченный. Нет. В списке. Нет. Значит, прошел, блядь. Давай, блядь. Вали нахер отсюда. Сука, у меня, блядь, жопа горит просто. Здоров, пухлый, блядь. Да пиздец. Я, блядь, приперся еще один. Беженец, нахер. Давай, блядь, сейчас посмотрим, нахер, какой ты у нас беженец. Так, данные совпадают. Блядь. Так, это тоже совпадает. Шамиль, нахер. Блядь. Опа-на. А вот это что такое, блядь, я не понял. Слышь, это что-то, а про это ничего не знаю. А я тоже, собственно, так что иди нахер. Не имеете права. Кто тебе сказал, что я не имею права, блядь? Нахер пошел. Так. Транзит, допустим. 14 дней, красава. То, что уточнил, сколько дней у тебя, блядь. Так, все правильно здесь. Так, 84, 176. Данные совпадают. Антегрия. Аутерграус. Так, в списке нет. Просрочен нет. Все, проходим, блядь. Здравствуйте, блядь. Цель поездки. Так, в гости. Продолжительность визита. Месяц другой, блядь. У тебя 1 месяц тут указан, дура, блин. Волосы прямые, 56, 178, 178. А, сука, блядь. Ах, с тобой, блядь. Лес Ренати. Нигде не числится, я хрен знаю. Блядь, проходи, блядь. Же. Сука. Из этого блядского штрафа, блин, еще ближе стал к просеру, блин.